Всем привет, дорогие друзья! Новый год прошел, но праздники продолжаются, и мы хотели бы продлить это ощущение, этой радости, веселья для вас немножко подольше. Со мной рядом Алик, и сегодня мы... Как ты думаешь, что мы будем делать? Всем привет! Я думаю, мы будем запаковывать подарки подписчикам. Совершенно верно, этим мы и будем заниматься. У нас есть для вас набор символических подарков, которые мы от всей души хотим преподнести нашим подписчикам. Условия мы озвучим позже. И мы будем их запаковывать, болтать с Аликом о жизни, о всяком. И, конечно же, у нас есть открытки, которые будем подписывать от руки. Вот они. Ну что, с чего начнем? Мы будем все по порядку, да? И начнем, наверное, с микроплюша, которая продается на Инте обычно, многие их покупают как сувенир. Прикольная штука, которая всем пригодится, согласен? Да. Не были такие, тебя привозили? Типа? Нет, у меня таких не было, но я хотел одну купить, но у меня не было возможности. Мы понятия не имеем, что внутри, поэтому это узнает только тот, кто выиграет этот подарок. Расскажи мне немножко о... Вообще, как ты любишь отмечать Новый год? Какие у тебя ассоциации с этим прекрасным праздником, может быть, из детства? Слушай, я люблю встречать Новый год сначала с семьей, встретить его, а потом уже пойти с друзьями отметить, так сказать. Так всегда было. Да, зачастую да. Предлагаю подписать первую открытку нашему анонимному, пока что неизвестному для нас подписчику. Как, что бы ты хотел пожелать нашему подписчику на Новый год? Хотел пожелать ему удачи в новых начинаниях. Вот так вы получите еще и в подарок автограф Витюна, ко всему прочему. И чтобы всегда следовал своей мечте. Можем запаковать в конвертик и уже положим подарку. Итак, да, с друзьями, потом с родителями, да, потом едешь с друзьями. Есть ли какие-то смешные истории, где вы отмечаете обычно? Как обычно, все квартиры ищут, да, наверное? Ну, да. Мы тоже один раз искали квартиру, но в один момент нас немного, так сказать, надурили и дали неправильный адрес. И мы предоплату скинули, а потом человек пропал. И мы отмечали его на улице по итогу. Возле этой квартиры? Возле этого подъезда? Да, мы отмечали... Нет, не возле. Мы отмечали в беседке у друга, потому что дом у него был закрыт. И так вот... Сидели, конфетки кушали, да, все такое. Так, смотри, у нас еще есть вот такая опция, всякие прикольные штуки, которые мы можем добавить. Поэтому я тебе предлагаю украсить нашу коробочку и добавить туда вот этих штук. А что ты обычно даришь на Новый год? Или что тебе обычно дарят? Ну, так вот можешь отрывать, прям складывать. Я обычно ничего не дарю. Грустно. А тебе что дарят? Мне дарят конфеты и деньги. Обычно наша память, она работает ассоциациями. Вот с чем у тебя ассоциируется твое детство или там твоя юность? Вот какие-то три вещи. Знаешь, это может быть музыка, это может быть кино. Я с друзьями, больше с друзьями. Я очень много гулял в детстве, проводил время с друзьями. Наверное, это больше, самая большая ассоциация моя с детством. Ну, давай тогда перейдем к теме друзей. У нас есть подарок, который ассоциируется у меня, по крайней мере, с там, друзьями, с компаниями. Это небольшая настольная игра, которая поможет вам с друзьями прекрасно провести время. Бэнк она называется, многие ее знают. Может быть, она у вас есть, но если у вас ее нет, то советую поучаствовать в розыгрыше и выиграть ее, потому что она классная. Расскажи, чем вы обычно занимались с друзьями, чем вы увлекались? Потому что, знаешь, там у меня были какие-то в детстве... блин, сейчас скажу Spice Girls, я пойму, сколько мне лет. Ну, в общем, какие-то такие штуки, типа какие-то фильмы, сериалы, группы, которые, по которым вы перлись, или там футбол, что-то такое. Чем мы очень много играли в футбол и в казаков-разбойников. Это вот были наши две самые любимые игры. На какой позиции ты играл в футбол? Нападающий, конечно. Естественно. Естественно, это отразилось на твоей киберспортивной карьере, я так понимаю. Так, мы можем вот взять такой прекрасный бантик. Его лично девочка вообще крафтила, я это видела собственными глазами. И каким-то образом прицепить его, не знаю, каким, правда. Не знаешь, как это работает? Ну, отклеивается все вместе. Ладно, неважно, мы подпишем открытку, а бантик потом приклеим. Что бы ты хотела пожелать человеку, которому мы подарим такой подарок? Наверное, что-то нужно, что ассоциируется с друзьями, с отношениями. Веселье. Веселье. И радость. Также мы берем конвертик, запаковываем. Хорошо, это мы тоже откладываем сюда. Это будет ждать своего победителя, этот прекрасный подарок. Хорошо, что ты хочешь следующее разыграть? У нас мышку. Есть, я бы мышку разыграл. Естественно, это, наверное, самый ценный подарок в нашей коллекции. Это мышка Logitech. Офигенная, поэтому я думаю, что любой захочет иметь такую мышку. Тогда давай поговорим с тобой об игре. Ты у нас играешь на позиции керри. У тебя была какая-то, вообще, когда-либо ты играл на какой-то другой позиции на профессиональной сцене? Или всегда вот началось все именно с этого? Да, я играл почти на всех позициях, но больше, наверное, на тройке, чем на миди или керри. А потом уже, когда меня позвали в профессиональную команду на позиции керри, я начал играть только на керри. И понял, что это мое.
Как ты это понял? Почему именно твое? Что тебе больше всего нравится именно вот... Мне нравились сами герои, шмотки на героев, ну, которые покупаешь на торговой площадке. А, типа шмотки, которые покупаешь на торговой площадке. Да, и нравился сам процесс игры на керри. Как ты думаешь, что нужно игроку, чтобы быть классным, действительно классным керри? Какие главные качества? Я думаю, ему надо быть хладнокровным, это самое важное, и принимать решения, не волновавшись в игре. Так, подписываем давай с тобой открыточку для человека, кто получит эту прекрасную мышку, этому счастливчику. Наверное, что-то нужно пожелать в успехах в игре, да? Эх, хладнокровия пожелаю и внимательности. Назови три самых крутых керри в мире. Игроков? Да. Ну, если мое мнение, то, думаю, это, наверное, Амия, Папарацци и Ана. Но он бывший, потому что не играет сейчас. Поэтому я думаю, Артизи какой-то. Угу, уже 4. А, думаешь, она вернется или нет? Не уверен. Но все может быть. Хорошо. Мы это также откладываем вот сюда. Как ты думаешь, ты когда-нибудь сменишь, кстати, позицию? Где-нибудь там уже? Вряд ли. Мне нравится керри. Я могу там в пабах поиграть на других позициях для разнообразности и для фана, но пока не хочется вообще даже задуматься об этом. Хорошо. Тогда мы переходим к следующему подарку. Это вот такая прекрасная джерси Нави, которая будет кастомизирована. Здесь будет ваш никнейм, то есть это примерно, что мы подарим. Мы это взяли, чтобы показать вам, но здесь будет ваш никнейм, это все будет очень красиво, как у настоящих про-игроков. Как раз к этому мы поговорим, наверное, о Нави. Уже прошло несколько месяцев, как вы в команде вместе с ребятами. Результаты все улучшаются. Расскажи о прогрессе, о событиях, может быть, главных, которые произошли за эти полгода для вас. Или, может быть, как подвести итог года и назвать самые крутые турниры и победы ваши вот за год. Не обязательно там прямо на турнирах победы, я имею в виду, а результат. Сама наша первая победа — это была Париматч Лига. Это нас сильно бустануло по морали. Вот после, когда мы попали в Нави, наверное, вот самое продуктивное время провождения — это вот буткемп. Он нас очень сильно бустанул в игровом плане и в плане коммуникации в целом. Это для нас сыграл большой плюс. Ну вот когда вы уже, получается, вы выиграли турнир, не будучи на буткемпе. Да. Я говорю, о гада топит. Расскажи, как ты вообще чувствовал себя на этом турнире? Какие были самые главные ваши соперники? Как вам удалось победить? На дата пит? Да у нас не было прям каких-то главных соперников. Ну вот OG, наверное, потому что они выделялись среди всех команд своей игрой. Было видно, что им очень комфортно играть этот турнир был. Особо ничего не чувствовал, не было напряжения. Мы играли вполне расслабленно. Были неприятные моменты внутри команды, но все решилось. А почему Витюн? Потому что, ну, этот ник подкорректировал. Как было? В Китае вот, людей, которые хорошо играют на инвокерах, называют Фортуны. Вот это целое. А я сократил просто Витюн. Прикольно, откуда ты это узнал? Я очень много смотрел нарезок с инвокера и играл на нем. У меня около 1000 игр на нем. Возвращаясь тоже к Нави, к результатам, было ли такое, что тебя уже узнавали на улице? Потому что киберспорт становится все больше, за Нави болеет очень много людей. Кто-то подходил уже к тебе? Я очень редко выхожу на улицу, поэтому нет. И это правильный ответ, друзья, потому что пандемия, нечего шастать. Ну как ты думаешь, что вообще в принципе будет в твоей жизни? Ты бы этого хотел? Популярности? Не то чтобы прям хотел, но да, это приятно, когда узнают, там, подходят сфоткаться и так далее. Больше, наверное, даже приятно из всей популярности — это поддержка фанатов. Даже когда ты проигрываешь или еще что-то, когда тебе напишут, там, не переживай, там, не расстраивайся, это всегда приятно. А когда пишут плохое? Потому что некоторые фанаты и медиа оказывают давление, ну не то чтобы давление, но просто комментируют все, знаешь, без разбора и пишут разные обидные вещи, действительно. Ты это читаешь? Тебе это как-то аффектит на тебя? Очень редко мне кто-то пишет, что что-то плохое. Очень. Там, наверное, 2 человека на 1000. Давай подпишем тогда открытку человеку, который болеет за Нави, который захочет это джерси, и который болеет за тебя лично. Что бы ты ему пожелал? Здоровья пожелаю. Здоровья. Хорошо, мы запаковали джерси, у нас остается еще 2 подарка. Один из них — это игра на PS4, которая называется Detroit. Она не особо новая, но я думаю, что для тех людей, у которых ее нет, это будет очень классно, потому что игра клевая. Давай поговорим о том, во что ты вообще играешь, кроме Dota. Есть ли такие игры? Есть ли у тебя PS-ка? Да, у меня есть PS-ка. Сейчас хочу купить 5-ю, но пока с этим трудности в Украине. Их мало очень осталось. А так, ну, играю в CS, конечно, после Dota.
В Assassin могу поиграть. Ну, там такие соло-игры на прохождение. Call of Duty и так далее. Хорошо, давай подпишем тогда открытку человеку, который фанат твой, допустим. Что бы ты хотел пожелать? Получит Детройт, да? Да, например, да. Давайте ассоциируем. Быть живым. Быть живым. Боже, ну это глубокая мысль, я прям согласна с тобой. Так, у нас нет коробочки для этой штуки, но мы можем дать еще один шанс бантику и приклеить его. А, да, вот так. Смотри. Сейчас будет. Друзья, участвуйте в розыгрыше. Хорошо, мы кладем сюда открыточку, а это все в стопочку, и остается последний подарок. Это Secret Box. В нем находятся всякие разные приятные мелочи, которые мы бы хотели вам подарить. Они порадуют любого человека в холодный, одинокий вечер. Там всякие вкусняшки и тому подобное. Не будем раскрывать все карты, но я думаю, что кому-то в любом случае будет приятно это получить. Согласен? Да. Давай поговорим о том, как ты живешь, о твоем быте. Что тебе нужно вот для комфорта? Ты любишь, я не знаю, последние высокие технологии, там, классную мебель, дорогую одежду или наоборот, поаскетичнее? Да, обычная мебель, мне прям не нужна роскошь и так далее. Но если так, что мне нужно для жизни, наверное, это больше живое общение с друзьями. Вот. У тебя сейчас есть возможность общаться с друзьями? Ну, или из-за того, что у тебя не хватает времени? Это как... Да, это на самом деле большая проблема, то, что из-за того, что у тебя очень мало времени, и у них тоже из-за учебы и пандемии всей, очень трудно встретиться сейчас. Знаешь, многие про-игроки, они когда начинают классно, ну, когда у них карьера все развивается и растет, они начинают получать много денег, они начинают, как сказать, ну, в общем-то, пользоваться благами цивилизации. То есть это дорогие вещи, дорогие машины. Вот как ты думаешь, ты придешь когда-нибудь к этому? Тебе бы этого хотелось, вот честно? Ну, тебя никто не осудит, потому что все этого хотят, мне кажется, очень многие люди. Ну как, обычно люди покупают это, чтобы повыпендриваться. А если бы я покупал, я бы именно покупал для себя. То есть, условно, там, какую-то дорогую машину или еще что-то. Какую бы ты машину купил? Бугатти. Надо не повыпендриваться, это просто комфортабельная машина для семьи, так сказать. Нет, я бы купил ее, потому что она мне нравится, просто нравится, а не показать, что у меня там много денег или еще что-то. Или что у тебя очень много денег. Не, ну выбор хороший, я поддерживаю. Давай подпишем открытку человека, который получит этот Secret Box. Она будет особенная, поэтому еще и открытка у вас будет непростая. Пожелаем ему правильно питаться. Хорошее пожелание, учитывая, что там сладости, ну ничего. А это, знаете, на праздники можно, а потом мы начинаем всю новую жизнь. Ну что, друзья, это был последний подарок. Спасибо большое, что ты уделил время нам, и мы занялись такой прикольной штукой, потому что я думаю, что это очень приятно, хотя бы получить какую-то мелочь на праздники, а еще и твой автограф. Что всегда бы ты хотел пожелать и сказать своим фанатам? Мы уже завершаем это видео. Удачи в новых начинаниях и всего самого лучшего. И главное, помните, что никогда не надо сдаваться перед своей мечтой или целью. Максимальное количество пожеланий мы услышали от тебя за это видео. Итак, друзья, условия розыгрыша. Все очень просто. Вам нужно записать фрагмент этого видео и выложить к себе в сторис, отметить NatusWinsor Official, наш аккаунт в Instagram. Это обязательно, потому что иначе мы не увидим вашу историю, к сожалению. Результаты мы подведем 15 января. И самый важный момент, напишите и укажите в своей истории, какой подарок вы бы хотели. И среди вас мы разыграем рандомно эти прекрасные коробочки. И вы получите и открытки, и коробки, и огромную любовь от нас и от Алика. Правильно? Да. Любим фанатов. Спасибо. С праздниками, друзья. Лайк, шер, коммент. Все внизу. И всем пока. Болейте за нас.